Сегодня в Ярославле состоялся областной конкурс профессионального мастерства среди швей. В нем приняли участие 14 человек, как уже опытных, так и молодых мастериц. В качестве практического задания девушкам предстояло за 20 минут шить халат. Для Елены Колобковой это не самое сложное испытание в ее карьере. В профессии она более 10 лет. Последние 4 года девушка работает на себя, у нее собственное ателье. Вроде и опыт есть, и все, но такой мандраж перед конкурсом есть. Но я уходила от этой профессии, честно говоря. То есть, ну, думала, что это не мое, наверное, но она меня не отпускает. Все-таки, что умею делать, тем и зарабатываю. Кроме практики, проверили и теорию. Участницы ответили на 27 вопросов. Как отметили организаторы, в нашем регионе профессия швеи востребована. Целый ряд предприятий занимаются этим видом деятельности. Им оказывает поддержку и правительство области. Все промышленные предприятия промышленных видов деятельности могут получить субсидии на модернизацию производства, на сертификацию продукции, на участие в выставках, вот, и ряд других направлений.